Всем огромный привет! Сегодня мы приготовим самые вкусные горячие бутерброды с салями. Тонкой соломкой нашинкуйте любую полукопченую колбасу. Также можно натереть ее на терке. Добавьте 100 граммов мелко натертого сыра. Измельчите 20 граммов чеснока. Добавьте свежую зелень, укроп или петрушку. Добавляем майонез и размешиваем заправку солями. Намазка для горячих бутербродов готова. Для запекания подойдет любой хлеб. Распределяем аппетитную намазку по кусочкам и отправляем в печь. 10 минут и потрясающий завтрак готов. Всего доброго, друзья!